Второй этап мероприятий «Быт-2020» проводился с 21 по 25 декабря. За это время проверили более 4000 человек, стоящих на учете в полиции. В результате сотрудники органов выявили и пресекли 63 преступления и свыше 350 административных правонарушений. В рамках оперативно-профилактического мероприятия «Быт» мы проводим работу профилактического характера, направленную на выявление преступлений и правонарушений на бытовой почве. В частности, мы осуществляем проверку бытовых правонарушителей, хронических алкоголиков, неблагополучной семьи, стоящие на учете в отделе полиции. С ним проводится разъяснительная работа. Кроме того, в рамках «Быта» ведется борьба с незаконной миграцией. Полицейские отработали 45 гостиниц и 12 общежитий, проверили более 250 иностранных граждан и пресекли 4 правонарушения. Также сотрудники проконтролировали техническую укрепленность и антитеррористическую защищенность свыше 100 учебных заведений и 13 объектов здравоохранения.